Концерт духовной музыки прошел в Аланском Успенском мужском монастыре в рамках празднования 1000-столетия крещения Алании. У стен самого высокогорного монастыря России собрались представители культуры, духовенства, прихожане храмов Аланской епархии и туристы. Концерт посетил епископ Владикавказский и Аланский Герасим. Кантаты Танеева и Прокофьева прозвучали в селе Хидикус Куртатинского ущелья у подножия Аланского Успенского мужского монастыря в рамках празднования 1000-столетия крещения Алании. Впервые в республике в исполнении оркестра и хора театра оперы и балета филиала Мариинского театра прозвучали духовная кантата Сергея Танеева «Иоанн Дамаскин» и кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский». Дирижировал оркестром Николай Ханзинский. В кантате «Александр Невский» солировала Вера Цурбаева. Вокально-симфонические произведения исполнялись на открытой площадке на фоне живописной панорамы гор. Епископ Владикавказский Аланский Герасим отметил значимость музыкального мероприятия. Вот я думаю, это событие очень важное и знаковое, потому что монашество, ну, является как бы таким солью христианства, и то, что культура и вот монашеское делание в сегодняшнем мероприятии как бы объединились, вот мне кажется, это очень важно и хорошо. Роман Кобзев, Виктория Куцоева, пресс-служба Владикавказской и Аланской епархии.